вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоре набор инструмента от компании «Форсе». Код товара 4941. Набор на 94 предмета. Данные наборы выпускаются в трех комплектациях. Это с головками шестигранными. Набор 4941R5. Вот обычный стандартный профиль. Есть головки 4941R9. Это 12-гранный профиль головок. И 4941 это с профилем Surface, то есть для слизанных граней. Набор является профессиональным. По отзывам покупателей, отзывы отличные. Хорошее сочетание цены и качества. Набор производится на острове Тайвань, то есть тайваньская фирма. Ну, Форсе знакома всем. То есть в комплекте идут 2-3 щетки. Стандартная комплектация на 94 предмета. Все фирмы выпускают наборы в данной комплектации. 2-3 щетки. Три щетки в наборе силовые, 24 зуба. Длина три щетки под 1/2 дюйма составляет 255 мм, под 1/4 140 мм. 24 зуба, есть реверс, есть переключение вправо-влево, быстрый сброс головки. Давайте. Рукоятки здесь полностью из пластика идут. Есть также номер по каталогу на каждой единице инструмента из набора. В данном случае код трещотки 802-43. CRV, хром-ванадевая сталь, материал изготовления. И надпись Форсе на металле. На рукоятках Форсе надписи нет. Также здесь номер по каталогу. Рукоятка пластиковая, надпись Форсе на металле идет. Трещотки разборные. И хотелось бы отметить, что к трещоткам есть ремкомплекты. Поэтому если что-то, трещотка полетит, поломается, можно купить ремкомплект и заменить внутреннюю часть. Далее отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка здесь полностью из пластика идет. Есть присоединительный квадрат. И можете также подсоединять еще сюда удлинитель. Данная отверточная рукоятка применяется с битами под 1/4. Или можете сюда подсоединять головки под 1/4 дюйма. Также имеет номер по каталогу. Т-образные воротки. Под 1/4 вороток, длина его 11,5 см. И вороток есть под 1/2. Длина 250 мм. Если снять данный переходник, получаем также удлинитель длиной 250 мм. Переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительная трещотка. Два кардана. 1/4 дюйма и 1/2. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Почему я это говорю постоянно в наборах, когда делаем обзор? Потому что есть карданы, которые на винтах. Есть, которые проклепаны на заклепках. Здесь такие вот металлические штифты вставлены. Ближе поднесу. Так, удлинители. Под 1/4 у нас два удлинителя. 100 мм и 50 мм. Под 1/2 на 250 уже показывал. И еще один удлинитель 125 мм. Две свечные головки. 21 мм и 16 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Чего нет в данном наборе, отличие от других наборов 94 предмета, здесь мы не нашли гибкий удлинитель на 150 мм. Здесь только есть один на 50 и другой на 100. На 150 гибкого в данном наборе нет. И чем отличаются наборы 94 от 108, потому что часто задают вопрос. Здесь нет головок Torx. Есть биты Torx. Вот сейчас я вам покажу ее. Вот, бита Torx. Но головок Torx с внутренним профилем в наборе нет. Набор Г-образных ключей, три ключа.
и головки. В наборе есть головки под 1/4 дюйма и под 1/2. Под 1/4 у нас 13 головок, под 1/2 17 головок. По размерам под 1/4 дюйма у нас самая маленькая 4 мм. И самая большая у нас на 14. Шестигранная. Головки под 1/2 дюйма, самая маленькая у нас 10 мм, шестигранная. Самая большая у нас 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 170 грамм. Видите, особенность головок Force в наборе, что они заужены внизу. Надпись на головках Force, номер по каталогу есть. Маркировка CRV хромованадевая сталь и 32 мм. В верхней части наборы бит под 1/2 дюйма, которые используются с переходником. Количество их 16 штук. Вот, одеваете переходник в нужную биту. И головки под 1/4, которые уже идут с переходником. То есть прессованы, головку называют их. Вот. Головки шлицевые, есть торксы, есть шестигранники и крестообразные. Все биты в данном наборе подписаны по ячейкам, где они находятся, и по размерам. Также подписаны головки по размерам, ячейкам, где находятся. То есть головка на 17, находится ячейки под номером 17. Головки длинные, общее количество 13 штук. Так, самая маленькая у нас здесь на 6 мм шестигранная. И самая большая у нас на 22 мм. По комплектации все. То, что это инструмент профессиональный, высокого качества, я уже говорил в начале видео. Хорошо закрепляется в верхней крышке, инструмент защелкивается, исключая выпадание при закрывании. Инструмент в наборе, головки имеют внутри матовое покрытие и вот вверху, видите, глянцевое покрытие. Не заметили мы ни следов от литья, ни сколов, то есть все хорошо отполировано и нанесено защитное покрытие на инструмент. Материал изготовления инструмента хромованадевая сталь. Кейс состоит из двух частей, пластиковые зависы, вот вы видите, и запирание на металлические защелки. На защелках также присутствует логотип компании Force, надпись Force. Так, габариты кейса. Вес набора составляет 6,7 кг, высота кейса 8, длина кейса составляет 30 см, это с рукояткой, я считаю, и ширина 38 см. Легко закрывается. Есть также отверстие для того, чтобы можно было закрыть набор, чтобы никто не пользовался ним во время вашего отсутствия. Надпись Force, логотип Force на верхней крышке имеется. Как я говорил, имеется три комплектации данного набора. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Рекомендуем покупки данный набор. Подписывайтесь на канал. До свидания.